улица впервые ремонтируется с момента постройки и, так скажем, образования микрорайона. Улица очень интенсивная, здесь и общественный транспорт ходит, как мы видим, большая интенсивность и транзитного транспорта. Ну и улица является подъездом как раз для микрорайона жилой застройки «Чистые пруды». Улица впервые ремонтируется с момента постройки и, так скажем, образования микрорайона. Улица очень интенсивная, здесь и общественный транспорт ходит, как мы видим, большая интенсивность и транзитного транспорта. Ну и улица является подъездом как раз для микрорайона жилой застройки «Чистые пруды».